地的挥洒，一如我曾在江湖偶遇你，是尽了铅华。一往昔小巷夜雨中，我好奇的剑拔弩张，终究是挥剑难断，思念你的心乱如麻。举手沉重的无以复加，爱与恨在心中来回厮杀，这半刹念都不留片甲，断肠人为何要牵挂，心事在天涯。Серия 13. Ты владеешь боевым искусством? Какая жалость. Я мог бы дать тебе шанс. Владей ты им. Значит, если я им не владею, у меня нет никаких шансов? Конечно, есть. Выбери одного из нас. Если ты сможешь избежать его атаки... Я отпущу тебя. Только одной атаки? Конечно. Ладно, попробую. Кого выбираешь? Остановлюсь на тебе. Он и впрямь пришел сюда порыбачить. Где он? Thank you.
Хантана! Убил Хантана! Я убил Хантана! Запомнил. Также запомни, что ты должен сражаться и держать в руках свой меч до конца жизни. Смерть Сунцзяна как-то связана с Лю Сянчуанем. Ты слепо доверяешь ему, поэтому он легко мог расправиться с Сунцзяном. Никому, кроме него, не было никакой выгоды от его смерти. Как думаешь, кто станет следующей мишенью? Кто-нибудь еще знает о смерти Хантана? Никто, я доложил лишь вам по прибытии. Это же Лю послал тебя туда. Почему же сначала ему не доложил? Хантан отличался от других людей. Я подумал, что вы должны узнать первым. Поздравляю с убийством Хантана. Да, это хорошие новости. Вы так провернули это дельце, что Ван Пен теперь непременно будет ценить вас.
А мне не нужна его благодарность. Мне нужно лишь его доверие. Ради того, чтобы убить Хантана, парящие птицы лишились трех своих лидеров. Если представить парящих птиц веткой, то Ван Пен потерял треть своей силы. И ему не останется ничего другого, кроме как полагаться на вас. Так же, как господину Юба придется полагаться на Сенчуана. Согласно вашим инструкциям, я сохранил вашему другу жизнь. Теперь мы должны сделать так, чтобы он передал все слово в слово. Разве это не похоже на кусок пирога? Все будет так, как вы хотите. Где я? Не в аду, это точно. Ты пошел туда, чтобы забрать меня? Лихорадка прошла. Выпей немного воды. Где это я? В доме Хантана. Он стоит вдали от пруда, поэтому его не так легко найти. Значит, у Хантана тоже есть дом. Он же не дикий. Я так никогда и не думал. Хантан, я ничего не трогал на месте происшествия. Рано или поздно люди солнечного дома придут туда. Я был без сознания, верно? Как долго? 12 часов. Я не принес лекарства, потому что не решился уйти отсюда. Я смог лишь остановить кровотечение. Это я привел туда парящих птиц, верно? Когда я пришел туда, они уже его окружили. Он смог бы выжить, если бы их было только трое. Но шанс на выживание был равен нулю, ведь в попытке его убить сошлись 5 лидеров. Это не я убил Хантана. Но он умер из-за меня. Причина его смерти не имеет значения. Такова судьба убийцы. Нет. Все совсем не так. Хантана волновала не его жизнь, а его достоинство. Представители парящих птиц отнеслись к нему неуважительно. Они с уважением мы относимся лишь к друзьям. И когда ты стал считать Хантана своим другом? Причина, по которой я дал тебе этот меч без ножен, в том, что надеялся никогда не увидеть, как его лезвие будет покрыто ими. Я хотел, чтобы его острие постоянно сверкало. Хантан. В чем я ошибся?
Это правда, что из-за ран Мэн не может двигаться? Как дела у Сяомена? Не смотри на меня так. Меня в дрожь бросает от презрения в твоих глазах. Раз уж ты сговорилась с парящими птицами, то пришла пора разобраться с Юбо и Солнечным домом. Почему ты пожертвовала Мэном? Это была не жертва, а урок. Урок? Решила преподать ему урок из-за того, что он решил покинуть Счастливый лес? Нет. За его предательство. Ты наконец-то произнесла вслух то, о чем думаешь. Ты раньше могла преподать ему урок. К чему были эти хитрости? Сейчас он уверен, что ты его отпустишь. Именно поэтому он приложил все усилия, чтобы убить старика Юбо. Я слишком много потеряла. Я больше не могу рисковать. Мне плевать на методы. Но пока я могу удержать вас около себя, я готова на более жестокие и порочные вещи. Его ты больше не сможешь удержать. Не очень ясно. 我要留住的不是小吗? Что еще ты задумала с ним сделать? Конечно, тебе следует быть к нему добрее. Я сделаю вид, что считаю его убийцей Ханьтана. Я дам ему награду, которую он заслужил. Конечно, он должен сдержать свое обещание. Убить старика Юбо? Отлично. Раз ты этого не забыл, то и он вспомнит. Как ты умудрилась превратиться в подобную женщину? Дай мне лекарство. Ты не рассказал мне о его самочувствии? Я хочу хотя бы одним глазком взглянуть на тебя. Почему она здесь? Откуда ей известно это место? Одежда уже высохла. Это должно занять несколько дней. Если он ушел, почему оставил здесь одежду? Если не ушел, почему одежда висит здесь? Может, он хотел вернуться, но с ним что-то случилось.
Сяо Мэн хочет покинуть счастливый лес из-за Сяо Ди? Неужели Ешан привел ее туда? Нет. Он не посмеет взглянуть ей в лицо. Неужели они оба связаны с Сяо Ди? Сяо Мэн тоже хочет покинуть счастливый лес из-за нее. Она и правда настоящее сокровище. Даже представить не могла, что она настолько полезна. Я должна держать ее в руках, чтобы избежать больших увечий. Она окажет мне неоценимую услугу. Сестра. Твои навыки не угасли с годами. Ты добился еще больших успехов в своем мастерстве. Я не заметила, как ты приблизился. Нет никакого прогресса. Тебя что-то беспокоит, поэтому ты отвлеклась. Что случилось? Ешан не вернулся домой. Ты поручила ему какое-то дело? Дело? Было бы отлично, стань он вновь таким же неуязвимым. Что произошло за время моего отсутствия? Раньше ты никогда ни о чем не спрашивал. Ты делал все, что я говорила. В чем дело? Теперь ты задаешь кучу вопросов и стоишь как вкопанный. Тоже решил стать независимым? Меня больше никто не слушает? Все привыкли жить в гармонии. Я что, и твою жизнь разрушила? Я уже не такая, как раньше, верно? Шицунь, прости. В моей голове столько мыслей, поэтому у меня плохое настроение. Ты вернулся с севера на несколько дней, а я даже ни разу не поговорила с тобой. Все эти годы на севере ты был совершенно один. Ты когда-нибудь думал о женитьбе? Так и поступим. Я продам счастливый лес. Как ты смотришь на то, чтобы вести простую и обычную жизнь? Может, поразмыслишь об этом? Ты должен хорошенько над этим подумать. Я устала. Ты можешь возвращаться. Хоть ты и промолчал, но я уже получила твой ответ. Вы все хотите уйти. Мне не следовало вас всех воспитывать. Изначально я хотела оставить тебя. Я не хотела причинять тебе боль. Но почему? Почему ты всегда заставляешь меня становиться злодейкой?
Ты уже можешь сидеть, твои раны тоже почти исцелились. Лекарство большого босса и впрямь очень хорошее. Не отдавай его мне полностью. Оставь немного ей. Люди из солнечного дома в спешке забрали тело Ханьтана. Таким образом, они не заметили, что в доме кто-то есть. А ты везунчик. Везунчик? Тебя не должны были ранить. Я знаю. У парящих птиц не было намерения убить тебя. Убивать меня не было никакого смысла. Это бы только навредило большому боссу. В таком случае запомни, что ни при каких обстоятельствах ты не должен позволять себе истекать кровью. Мы следили за боссом. Но, кажется, достигли конца пути. Для нее существуют не только дороги. Она хочет, чтобы ты передал слова Тучена. Мечтать не вредно. Это не то, о чем ты думаешь. Будь это даже последним шансом парящих птиц, такого больше не повторится. Даже если ты не передашь сообщение, они найдут способ устроить так, чтобы старик Юбо избавился от Лю Синчуаня. Старик Юбо? Это хороший урок, чтобы сломать ноги братьям Дзян. Но имеет ли к этому отношение их младшая сестра? Иди к ней прямо сейчас. Иди и доставь мою просьбу к семье Дзян о заключении брачного союза. Нужно, чтобы она согласилась выйти за тебя замуж. Ешан, не знаю почему, но мне нравится господин Юбо. Он смог получить уважение Ханьтана и заставил его следовать за собой сердцем и душой. Он должен обладать чем-то выдающимся. После смерти Ханьтана, первый человек, в котором он усомнится, — это Лю Синчуань. Никогда бы не подумал, что парящие птицы будут уделять столько внимания и сил ради убийства Лю Синчуаня. Если Лю Синчуань умрет, то, возможно, и великолепный солнечный дом тоже рухнет. Ты смотришь свысока на господина Юбо. Ли Синчуань — лишь ветвь этого большого дерева, а не корни, от которых зависит жизнь или смерть. Корни? Один из них — Лу Чон. Лу Мантиан? Другой. И Цянь Лун. Король реки Яньцзи и Цянь Лун? Один действует открыто, другой устраивает засады в тайне, скрываясь в тени. Поговаривают, что между ними существуют конфликты, но это не понесет урон силе Солнечного дома и господину Юбо. Я никогда не думал, что окружение господина Юбо похоже на дерево с множеством изгибов и ветвей. Твои познания о нем необычайно глубоки. Большая сделка с большим боссом, после которой она отпустит тебя, это тоже убийство старика Юбо, так? Парящие птицы сейчас находятся в доминирующем положении, но сила господина Юбо была продемонстрирована не полностью, так что победа и поражение все еще ждут своего часа. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Правда? Ты хочешь, чтобы я оставил попытки убить господина Юбо? Ты можешь сдаться. Ешан, у меня нет пути назад. Я знаю, что все это постановка большого босса, которая может стоить мне жизни, но я не хочу быть ей должен. Это единственный способ вырваться на свободу. Я не буду тебя заставлять. Я лишь надеюсь, что ты сможешь жить лучшей жизнью. Жить для себя.
Он так и не вернулся. Ты ушел или... Что-то случилось? Нет, это невозможно. Я никому не позволила узнать о тебе. Лю Сэнчуан не знает о тебе. Он не мог узнать. Я не уйду. Пока ты не вернешься. Если и ты тоже. У меня не останется сил жить дальше. Где же ты? Мэн хорошо себя чувствует? Где ты позволяешь ему залечивать раны? Это место комфортное? Отвари лекарство на медленном огне. Пусть принимает 3 раза в день. Через 3 дня он поднимется с постели. Его нет уже несколько дней. Когда приходит гость, неуважительно, что хозяина нет дома. Когда увидишь Мэна, просто передай ему мои слова. Ты когда-нибудь задумывался, что Мэн решил покинуть Счастливый лес ради особенного места или человека? Я отпущу его, если ты ответишь мне. Кажется, ты и правда не знаешь. В противном случае ты придумал бы любую причину, чтобы избавиться от меня. С тех пор, как ты решила никогда его не отпускать, нам больше не о чем говорить. С его травмой не все так хорошо, поэтому в последнее время он ничего не может делать. Не важно, что ты планируешь. На него не рассчитывай. Значит, хочешь занять его место и заниматься делами? Сунцзян мертв, как и Ханьтан. Лю Сянчуань тот, кто должен был умереть. Но следующая цель парящих птиц совсем не он. Знаешь почему? Потому что Лю Сянчуан не то, о ком будет долго горевать старик Юба. Что может довести отца до безумия, как не смерть его детей? Почему ты так смотришь на меня? Разве я сказала что-то не так? Мы достигли конца пути с большим боссом. Да. Мы дошли до конца. Раньше я планировал уйти отсюда, парализовать свое восприятие или изгнать себя. Но я никогда не помышлял о предательстве. Однако, ты сама подтолкнула меня к этому. Стой, Ишан! Объясни свои слова. Что я сказала тебе сделать? Предательство? Он произнес именно это. Чтобы
Что может довести отца до безумия, как не смерть его детей? Звук от шариков для медитации Лучона. Как и ожидалось, господин Юбо вызвал их. В этот раз между солнечным домом и парящими птицами будет достигнуто перемирие. Лю Синчуаню нельзя доверять. Единственный человек, который может позаботиться о Сяоди, это ты. Заботиться. Он сказал, что заботится о ней, а не защищает. Только после твоей смерти господин Юбо сохранит Сяоди жизнь. Если мертвец восстанет из могилы, мы все вместе с Сяоди умрем. Ни для кого не секрет, что в этом месте лишь она и ее ребенок. Парящим птицам совсем никакой выгоды от убийства хрупкой женщины. Большой босс, это ведь ты. Ты единственная, кто не желает видеть Сяоди живой. Кого же ты заставишь убить ее? Господина Юбо? Нет. Лю Синчуаня? Значит, Сунцзян и Ханьтан были убиты людьми парящих птиц? Когда прибыла эта Итянлун? Я попросил его прийти на день позже. Сначала мне нужно обсудить с тобой кое-что. Понятно. Я должен понести ответственность за инцидент с Сянчуанем. Я не хочу, чтобы ты отвечал за это. Это ведь он устроил засаду на похоронах Ченгана. Сколько людей было под его командованием? Перед отъездом я передал ему командование над всем отрядом Сунцзяна. Это же он начал вести переговоры с парящими птицами. Да. Не устрой он все. Разве у парящих птиц получилась бы столь быстрая атака? Верно. Битва была неизбежной. Но получимые инициативу атаки потери не были бы столь катастрофическими. Люди, которых послали искать Ханьтана, тоже следовали его приказу. Фэн Хао — его правая рука. Я всегда относился к нему как к родному сыну. Я даже доверял ему больше, чем Сунцзяну. Кроме того, только Сянчуань смог справиться с тем, что произошло один за другим. Лучон, стоит ли мне сомневаться в нем? Я понимаю твою боль. Если бы мне пришлось сомневаться в человеке, которому я доверяю больше всего, мне было бы еще больнее. Скажи, что мне сделать, чтобы развеять насчет него свои сомнения? Мы не сомневаемся только в мертвых. Он твой племянник. Я сказал бы то же самое, даже будь он моим единственным сыном. Подозрительному человеку не место в нашей организации. Слишком много секретов, к которым он может получить доступ. Мы больше не можем его терпеть. Насколько, по-твоему, он подозрителен? Не менее 50%.
Будь даже 10% подозрений, ему было бы непозволительно остаться. Это равносильно смертному приговору. Я не могу позволить тебе решать это самостоятельно. Хочешь сам это сделать? Не хочу делать это сейчас. Почему? Я хочу проверить его еще раз.